Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». В этом обзоре речь пойдет о телевизоре Philips 43PUS810860. В описании к видео я оставлю для вас подборку ссылок на магазины с лучшими ценами. Буду рад, если вы оцените наш труд лайками и поделитесь мнением в комментариях. Для того, чтобы оставаться в курсе выхода новых роликов, включайте колокольчик и подписывайтесь на канал. Диагональ экрана 43 дюйма, разрешение 3840 на 2160. Подсветка Direct LED, глубина цвета 10 бит, частота обновления 60 Гц. Этот 4К-телевизор с Ambilight обеспечит яркое и сверхчеткое изображение с насыщенной цветовой гаммой при просмотре любого контента. Он также совместим с основными форматами HDR. Изображение имеет более высокую детализацию в темных и светлых участках кадра. Благодаря Dolby Vision и Dolby Atmos фильмы, передачи и игры будут выглядеть и звучать максимально эффектно. Смотрите контент согласно задумке режиссера, больше никаких темных сцен, где не получается разглядеть деталей. Все голоса будут звучать четко, а звуковые эффекты создадут полноценный эффект погружения. Телевизоры с Ambilight — это единственные телевизоры с задней светодиодной подсветкой, которая реагирует на происходящее на экране, создавая эффект погружения с помощью красочного сияния вокруг экрана. Она делает телевизор визуально больше и позволяет получать более яркие впечатления от просмотра передачи фильмов, а также во время игры. Безрамочный корпус этого телевизора с Ambilight идеально впишется в любой интерьер, а тонкая темно-серая подставка позволит разместить под ней саундбар. Упаковка состоит в том числе из переработанного картона с сертификацией FSC, а печатные материалы содержат переработанную бумагу. Размеры телевизора 96,3 см в ширину, 57 см в высоту, толщина 7,8 см, вес 7,9 кг, цвет черный. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать, предусмотрено крепление веса 200 на 100. На задней панели расположены стандартные разъемы: 2 USB, 1 Ethernet RJ45, 3 HDMI, 1 Optical Audio Out, 1 антенна, 1 CI+. HDMI 2.1 позволяет использовать все возможности консоли благодаря быстрому игровому процессу и плавной графике. Оцените поддержку VRR, а также режим минимальной задержки ввода, который активируется автоматически при включении консоли. В игровом режиме Ambilight вы получите незабываемые эмоции. Присутствует оптический аудиовыход Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр, достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Модель поддерживает скоростной Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5.0. Операционная система Smart TV. Оцените быструю работу телевизора с новой платформой Smart TV. Любите сериалы? Продолжайте просмотр с места, на котором закончили в прошлый раз. А если ищете новый контент, можете искать по категориям, например, боевики или драмы, и смотреть рекомендации с разных сервисов потокового вещания в одном разделе. Выбирайте из списка голосовых ассистентов. Вы можете управлять телевизором, давая команды встроенной Alexa через кнопку на пульте дистанционного управления. При просмотре звук телевизора станет тише, пока вы проговариваете команду, чтобы встроенный микрофон услышал нужное действие. Также можно управлять телевизором через умную колонку Google. В телевизоре предусмотрено два динамика с общей выходной мощностью 20 Вт. Я проанализировал отзывы и расскажу, какие особенности выделяют пользователи. Сначала отрицательные. Очень ограниченная операционная система. Видит флешки только в FAT. Кнопки на пульте в нашей стране не работают. Теперь о положительных моментах. Красивая подсветка Ambilight. Экран подсветка. Не тормозит. Дизайн. Напоминаю, ссылки на актуальные цены вы найдете в описании к видео. Поделиться своими впечатлениями вы можете в комментариях. А чтобы поддержать канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и активируйте колокольчик для уведомлений. До новых встреч!